5 причин посетить выставку «Купеческая лавка». Первая причина – побывать в одном из самых старинных зданий конца XIX века, сохранившем свой первозданный архитектурный облик. Вы сможете окунуться в атмосферу купечества конца XIX – начала XX века благодаря воссозданному интерьеру купеческих лавок города. Вы сможете увидеть уникальные, редчайшие экспонаты как отечественного, так и иностранного производства. Например, кружка 1896 года. Такие кружки дарились в дни коронации Николая II во время народных гуляний на Ходынском поле. Здесь же находятся экспонаты иностранного производства. Например, банденьон, немецкая гармонь, или симфонион немецкой фабрики музыкальных инструментов. Еще один уникальный, редчайший инструмент – это физгармония американского производства. У нашего экспоната очень интересная история, увлекательная история, но о ней вы узнаете, когда придете на нашу выставку. Посетив выставку «Купеческая лавка», вы узнаете о жизни наших ишимских купцов и их вторых половин.